«Зоря» сьогодні завершувала сезон поєдинком чемпіонату проти «Сталі» на виїзді у Дніпрі на стадіоні «Метеор». «Зоря» не дуже впевнено відіграла от частину чемпіонату останню, Єврокубки і чемпіонату. Тобто, справді, як сказав Олександр Олексійович, про те, що команда десь трошки піднаїлася, і команді не вистачило якраз пального для того, щоб пролетіти цей кінець чемпіонату. Але в останньому матчі треба було вже викладати максимум. Ми бачимо, що перший тайм, в принципі, без моментів. Правильно, Сергій Вікторович? Да, первый тайм, в принципе, мы видели по одному моменту с одной и с другой стороны, но как раз это тот случай, что мы видели все-таки опыта, Заря все-таки как-то за счет опыта, мне кажется, победила в этом матче. Не, ну... Но тут моменты были такие, иногда пробивали, вот хороший момент, вот у Стали Малакян. Был. Попади здесь, в принципе, но это уже второй момент второго тайма. Там уже поживее игра пошла, забегали команды, поняли, что нужно и Заре нужны были очки, и Стали тоже нужно было что-то делать. Вот момент тоже был, нападающего выпустили. Бонавентура. Да, во втором тайме, который, в принципе, потом отметился голом. Вот опять же момент. То есть поживее во втором тайме игра была. И справа, если не ошибаюсь, это Васин, который Васин, потом Васин. Сделал трагическую вот эту ошибку, которая привела ко второму голу. Вот этот штрафной, который заработал, опять же, на ровном месте. Вот этот мы сейчас пробивает. И здорово Караваев на добивании сыграет. Но здесь вратарь, на мой взгляд, просто ошибся. Отбивая мяч в сторону. И, конечно же, я думаю, что гола бы просто не было. Но здесь можно похвалить Караваева, который побежал до конца, доработал момент и спокойно забил. Но это опыт. Опыт и чувство, наверное, все-таки защитники Стали, мне кажется, расслабились немножко. Не, ну опыт. Да, там защитники же не менее опытные. Стали одна из самых опытных команд, если там по возрасту. Центральный защитник Александр. Ищенко, его одну фамилию, он же не может не сказать. Ну, да, конечно, нет, так надо бежать, нужно же быть первым по удару на отбиве вратаря. Вот прозевали, проспали, значит, и получи. Значит, ну, а тут, так сказать, наша знаменитая передача вратарю, да. А тут, конечно, паника, он так долго лежал. Чего ты лежишь? Да беги, елки-палки. И вот здесь он, что ты бежишь в ворота? Ну, уже вступай в борьбу. Ведь он там пробегал, возьми, подкатись, выбей мяч в угловой и все. А он бы бежал в ворота. Ну, взяли, дали. Ну, а тут уже все. Тут матч и закончился практически. Ну, але два центральних захисники, мені от тут дивно, все рівно, Олександр Олексійович. Ну, вони вже добігли, догнали. Ну, як вони вдвох не змогли відібрати м'яч? Ну, на противоході убрав. Так що, двох, Олександр Олексійович? Ну, один, ну, ладно, ну, на протоході. Другий інший повинен страхувати. Ми о якій команді говоримо? Не, ну они тут на финт поддались. Они думали, что он сразу ударит, а он не ударил. Им пришлось бежать назад. Они-то уже думали, он забил. На самом деле, посмотрите, он начал там водиться. Им пришлось бежать. Ну, понятно, что уже там момент уже такой выключились. Зоря выиграла заслуженно в другом тайме, реализовавши свои эмоции. Я бы кілька слів хотел все-таки про наставника Якуба Гала. Ну, я не совсем понимаю, если он останется работать в Украине. Олександр Олексійович. Не, ну давайте мы не будем ему желать. Да, мы ничего продолжать не будем, но я, честно говоря, не совсем понимаю. Как-то меня спросили, так сказать, вы что-то голландское там видите? Я говорю, да я не только там голландское, я же там украинского, к сожалению, ничего не вижу. Ну, к сожалению, соглашусь. Ну, если приходит тренер заграничный или зарубежный тренер, если Фонсека пришел, мы видим какие-то, скажем так, следы или видим видение какой-то у команды, то здесь как бы ну, ничего не изменилось. Мне кажется, ну, вообще не понимаю, зачем приглашать таких людей, которые ничего не могут нового привнести в наше. Был Мазер, играл ДБЛ-ка центрального нападающего. Команда бежала, команда забивала, команда имела какой-то рисунок свой. Сейчас смотришь, и Малакяны играют, и легионеров понабирали столько, а результата минус ноль. Так игры нету никакой. Так самое главное, что игры вообще никакой нету. То вы, в принципе, меня поддерживаете, что вы так само не зрозумієте, если Якуб Гал залишиться дальше працювати в Украине.